Мы живем сейчас, ну, действительно, с варваром под боком. Надо привыкать к этому, и надо. Он не исчезнет завтра, послезавтра или через год. Он достаточно долгое время будет. Я извиняюсь. Я знаю, что вы россиян, Евгений, но извините, такова ситуация. На сегодняшний день Россия варварская страна, не цивилизованная и агрессивная. Я родился в России, скажем так. Чего? Ну, мои соболезнования. Но это не мешает остаться нормальным человеком. Так вот, чего это? Ну, спасибо.